как, скажем, многие другие, да, там, как Коня Привередливый. Конечно, все песни замечательные, гениальные, да, но мне все-таки как-то стало обидно. Думаю, а почему песни Высоцкого не поют, вот, которые менее известны для слушателя? И вот одна из таких песен, песня о судьбе. Куда не втисну душу я, куда себя не тяну, со мной пес, судьба моя беспомощно больна. Я гнал ее каменьями, но жмется пес к колену, глядит глаза на мой, катится языка слюна. Ой, морока мне с нею, я оком грустнею, я ликом тусканею и чревом рычу, нутром коченею, а горлом немею, и жить не умею, и петь не хочу. Должно быть, старею, пойти к плачу, пусть дернет на рею, а я приплачу. Я зарекался столько раз, что на судьбу я плюну, но шарю голодную ласкается дрожить, и стал его возможности подкармливать фортуну. Она, когда насытится, всегда подолгу спит. Тогда я пуляю, петляю, вихляю, и в ванику валяю, и небо копчу. Оно пса охраняю, со мною, со мною, о чем пожелаю, тогда захочу. А нет, нет, постарею, пойду плачу, пусть все нет, скорее я приплачу. Однажды перепелью судьбе я ненароком пошла родимая в разнос и изменила лик, хамила, безобразила и обернулась сроком, и сзади прыгнув на меня схватила за кадык. Ой, мне тяжко под нею гляди, я с нею уже сатанею, кричу на берегу. Не надо за шею, не надо за шею, не надо за шею, я ж петь не смогу. Судьбу пусть сумею снизу к плачу, пусть зернет скорее, а я приплачу, а я приплачу, а я приплачу. Спасибо. Да, вот сейчас еще одна песня будет Владимира Семеновича Высоцкого, тоже не очень часто исполняемая им, но, видимо, очень любимая, потому что там 9 куплетов. Владимир Семенович, если любил, то писал, как в балладе о детстве 42. Я прям даже не знаю, как эту песню сейчас спеть. Такое настроение было. Говорят, мысль материально, да? Но... Или корабли. Или корабли. Смотри-ка. Thank you.
стоят и ложатся на курс, но не возвращаются сквозь непогоду. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме самых любимых и преданных женщин. Возвращаются все, кроме тех, кто нужен ей. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется думать, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь и в друзьях, и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода. Днем рождения. Алексей Кудрявцев, Евгений Макаров, спасибо вам, что пришли. Дмитрий Вешников.